И всем снова привет, с вами Блэкс, и сегодня будем дальше проходить такую игру, как Star Wars Battlefront 2. И сегодня будем проходить миссию под названием «Полис Масса. Рождение Восстания». Чертежи Звезды Смерти должны быть на секретной базе повстанцев в астероидном поле. Вот этот... Это как бы тюрьма такая, Полис Масса, типа астероида. Ну давайте начнем и приступим к делу. Зарождение сопротивления. Чертежи Звезды Смерти не были спрятаны, как думали раньше. Имперская разведка проследила путь чертежей до маленького аванпоста повстанцев в системе Полис Масса. Верните планы, короче. Короче, понятно. К началу атаки на Полис Масса солдат 501-го уже просто тошнить начало от всего того, что называли восстанием. В прошлом мы втайне наслаждались подавлением парочки другой мятежей. Мы поддерживали форму, и все страшились империи. Но эти повстанцы были другими. Они были организованы, их число росло, и они были повсюду. Атака на Полис Масса стала идеальным примером того, что наша организация стала хромать. Мы должны были прийти и задавить небольшую группу повстанцев, а нахера? Несколько украденных имперских планов на голодиске. Пока мы готовились, силы повстанцев чуть было не уничтожили нас, а голодиска так и не нашли. Голодиск не нашли, тогда что мы сейчас будем делать? Акай. Захвати радарную станцию. Ну нахера проспорили уже все? Через тот вход пойду. Ну это же реально видно, что они это... Вот там не пройти, пацаны. Вот это сейчас что было? Что у него за пух такая? Вы видели, он меня взял и просто убил. Респект таким парням. Тут даже и девушки. Пацаны, захватываю. Радиосвязь. Ну, карта маленькая, это понятно. Это Полис Масса, что вы хотели. Кучку другую повстанцев надо подавить. Угу, отлично. Так, отлично, мы прошли. Дальше куда? Забери у командования холодиск. Окей, go. Along the way, we'll find a rebel holodisk containing some very important plans. Сейчас, короче, перебьем их всех. Надо было инженера выбирать, у него хоть дробаш мощный. Ладно. Ой, вот тут очень плохо. Надо как-то наверх пробраться. Как еще, не знаю. Ну, сейчас придумаем. Возьмем его. Да. Именно. 90 человек, думаю, справимся против какой-то там кучки мятежников. Хотя их там просто дохераще. Просто пипец там их. Ну, сейчас ничего, сейчас пойдет дело. А ну-ка, вуки надо завалить. Вуки-то надо завалить. Черт, там не пройти вообще никак, очень трудно. Ну чего тут встали, пошлите, там надо нам типа холодиск забрать. Типа они во второй туннель идут. Смотрите, некоторые люди просто стоят. Так, пацаны, сейчас бомбить у них будет.
Прорыв, прорыв, прорыв. Вон диск там, погнал. Куда, куда мне? Я что-то заблудился. А, вон, все, 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 нашел. Сейчас все будет. Отлично. Так, хпшки. Блин, это... Опа-на. Тихо, тихо. Аккуратненько нужно вернуться на базу. Пока не пальнули. Что я у них тут что-то тащил. Так, не палить, не палить. Пацаны, не палим меня. Я беспалевный вообще. Мега беспалевный. Рванул там мину. Отлично, все, мы справились с этим заданием почти. Так, отлично. Вот и мы. А это не тот, да, радиодиск типа? It'll take time to realign the comdish and transmit the data from the holodisk. You'll have to hold off the rebels. Да нет проблем. Do not let the com facility fall into enemy hands. Ой, сейчас граната да полетит, я же сказал. Я же сказал, гранат полетит. Меня что, никто не слушал? Так, где вы, где вы, где вы, где вы, пацаны? А, вон он. Офигенно. Так, так, тебе хана. Вуки. А, Вуки. Как тебе такой поворот событий? Еще минуту охраняйте, да запросто. Надо туда куда-нибудь поставить пластиды. Черт, тут какой-то пипец происходит. Че это такое бибикает так? Вообще какая-то хрень. Готов. Вот они там хорошо защищают, конечно же. Все, 10 секунд осталось. Мы короче выиграли. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Что? Уничтожь банк данных в пещере. Окей, га. Но это надо оттуда идти. Там есть ангар? Мне нужен ангар. Вау! Вау, Вуки, полегче. Вау, Ваки. Ваки! Вот он меня мочит, да? Короче, валим. Они первый блокпост захватили. Вот гады. Они первый блокпост, черт возьми, захватили. Это специально было подстроено. Сейчас мы прорвемся на их базу, уничтожим все, что можно. Блин. Так и знал, что меня этот гад будет ждать. Давайте хпшки мне. Тихо, дайте респнуться, дайте респнуться. А ну-ка вон. Кого надо завалить? Вот эту хрень? Окей. Готово. По типондрию, типа. Да я знаю, что они захватили вот эту хрень.
Все, меня убили. Я типа знаю, что они ангар захватили, не? Все, погнали захватывать ангар. Их там просто расплодилось тысячи людей. А чё, отсюда нельзя? А, нет, можно. Это знаете, как в миссии звезда? Нахера ангар этот захватывать? Можно было с первого... Ой, мышка глючит. Тихо. Я всегда путаю, какую сторону крутить. Пацаны, ну вы где? Я чё, один должен их мочить, что ли? Пинусы. Ну, по подкреплению хоть какое-то. А то пинусы от нее идут. Опять мышка лагает. Я не знаю, что с мышкой. Черт, меня грохнули. Но это нереально без подкрепления сделать. Вот где подкрепление шатается. Все, бежит оно. Ну давайте, бежите. Отлично, пришло только когда меня убили. Но сейчас мы им поможем. Пинус. Вот эта хрень, она вообще мощная. А, это огнетомет. Да вы не сможете резнуться, я уже почти захватил ангар. Ну все, мы победили. Ангар почти наш. Ну все, победа. And even though the holodisk didn't have the plans we're looking for, it will lead us to someone who does. Все. Defeat. Ну, victory, ладно. Отлично. Вот это... Мне понравилась эта миссия, честно. Хотя больше мне нравятся миссии в космосе, так как они более какие-то такие крутые. Смотрим кастену. И хотя нападение на полис масса считалось частично успешным, теперь мы уже определенно знали, где находятся планы Звезды Смерти. И это устраивало 501-й легион. Отлично, короче. Ну а с вами был я, Блэкс. И всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока.